Добрый день, в студии Дельфи Дмитрий Семенов, и мы начинаем очередной выпуск в рамках цикла передач «На карантине». Здесь мы под разным углом рассматриваем темы, связанные с коронавирусом в Литве и других странах. И сегодня мы как раз-таки поговорим о других. Нашими собеседниками будут два человека из Франции и Нидерландов. Но фактически мы затронем также в общей сложности четыре страны, поскольку каждый из них является эмигрантом в своей стране. Итак, прямо сейчас на связи со студией Дельфи находится режиссер, журналист, проживающий в Париже, Андрей Войтович. Андрей, добрый день. Приветствую. Андрей родом из Беларуси, но заканчивал Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Я все правильно сказал? Именно так, да. Да, и с Андреем мы поговорим, соответственно, о ситуации во Франции. Франция в Европе на данный момент является одним из лидеров по количеству зараженных и по количеству смертей. По последним данным, количество инфицированных превышает 57 тысяч человек, а смертность превысила из этих людей 4 тысячи. Карантин продлится в стране как минимум до 15 апреля. Андрей, расскажите, как страна живет вообще в эти дни и как преодолевает этот вызов, брошенный всему миру? Я могу сказать, что карантин наверняка и все шансы для этого есть, что будет продлен и после 15 апреля. Но вот уже две недели карантина, да, Эммануэль Макрон, президент Франции, объявил, что мы имеем дело с настоящей санитарной войной. И ранее, на прошлой неделе, было объявлено чрезвычайное санитарное положение. Собственно, вот так живет страна последние 15 дней. Выходить из дома запрещено, за исключением нескольких случаев. Это покупка продуктов питания, поход в аптеку и так далее. То есть, ну вот французы привыкают к новым правилам. Когда я говорю, что выходить нельзя, да, выходить из дома можно только вот с такой бумагой. Это такой формуляр специальный, в котором нужно указать причину вот это исключение, когда вы выходите из дома. И в отсутствие этой бумаги, в отсутствие этого исключения вам грозит штраф. Да, поскольку как раз я хотел вас спросить про это специальное заявление, поскольку я сейчас увидел в ваших руках, я так понимаю, что вы все-таки выходите из дома. По каким причинам вы покидаете свое место жительства? Ну вот смотрите, да, вот так оно выглядит. Здесь есть, ну вот, немного добавили, потому что это уже вторая версия. Первая причина – это если вы не можете работать из дома, и ваш работодатель пишет отдельное заявление, отдельную бумагу, отдельный формуляр, где объясняет, что вы не можете работать на удаленке. Второе – это непосредственно покупка еды и поход в аптеку, то есть продукты, предметы, товары первой необходимости. Третье – это является как раз-таки медицинская причина, если вам необходима медицинская помощь, какая-то операция, которая не может быть перенесена, но даже вот все запланированные операции несрочные, они сейчас перенесены вот на момент после карантина. Вот. Четвертое – это обязательные семейные какие-то причины. Например, вы присматриваете за пожилыми родственниками или за родственниками, которые не могут автономно, скажем так, существовать. Поэтому это еще одно исключение. Ну и последнее, что вызывает, не последнее, но, пожалуй, которое вот для всех предусмотрено, это как раз-таки короткие прогулки, занятия спортом индивидуальные, да, вызывает много критики со стороны итальянцев, китайцев. Ну вот пока это исключение в силе, его пока не отменили, но, тем не менее, как бы ужесточили немножко правила. То есть нельзя, например, от дома заходить за километр. Ну и последние две, это если у вас есть какой-то скажем так, административная или, скажем так, повестка в суд, который не может быть перенесен. И последнее – это как раз-таки участие в той деятельности страны, которая сейчас в таком, можно сказать, военном режиме работает на борьбу с коронавирусом. В эти выходные во Франции увеличили размер штрафов для нарушителей карантина, и сейчас за повторное нарушение минимальная сумма составляет 200 евро. Скажите, вообще много ли на улице полиции, и какова вероятность того, что вот если вы выйдете, то к вам подойдет патруль и поинтересуется целями вашего выхода? Ну да, все время карантина меня, наверное, раза два-три не проконтролировали. То есть я сейчас нахожусь не в Париже, я застрял, можно так сказать, на юге Франции, в Каннах, поскольку был здесь в рабочей командировке.
и вынужден был пойти на самоизоляцию, поскольку я не мог пройти тест на коронавирус после контакта как раз-таки с человеком, у которого был подтвержден коронавирус. Это другой вопрос. Но, тем не менее, контроля много, работает и мобилизована не только национальная полиция, но и муниципальная, жандармы. То есть контроля действительно много, и с начала карантина уже было произведено более 4 миллионов контролей. И говоря о штрафах, статистика все-таки уменьшается, штрафов все меньше, но тем не менее с начала карантина это уже более 200 тысяч штрафов было выписано. То есть мы можем говорить, что с течением времени жители Франции привыкают к жизни в новых условиях и более прислушиваются к тем рекомендациям и запретам, которые существуют? К такому привыкнуть сложно, но нужно понять правила, принять их. И здесь речь идет сейчас не о каких-то там, не знаю, жизненных удовольствиях прогуляться вдоль моря, а вопрос идет как раз-таки о спасении жизни людей. И поэтому вот то самосознание в обществе, которое в первые дни карантина мы наблюдали, да, то есть в парках много людей и так далее, все это ушло уже в прошлое, и люди все-таки остаются дома. В одном из прошлых выпусков мы говорили как раз-таки о так называемых коронафейках. Вот Евросоюз уже неоднократно заявлял, что Россия занимается дезинформацией с целью подорвать доверие жителей к системе здравоохранения своих стран. Вот конкретно Франция сталкивалась ли с чем-то подобным со стороны России? Пока ничего неизвестно, не сообщалось вот именно в этом контексте. Фейки есть везде, фейки есть и во Франции, да, у нас когда... все это началось, и меры карантина были приняты. В интернете, в социальных сетях, где очень трудно все контролировать, тоже полно информации, да, какая там вакцина создается в каком-то институте, какие-то были фейки по поводу того, что коронавирус был создан в парижской лаборатории и так далее. То есть, конечно, руководство страны, власти и медики в первую очередь, потому что все-таки они в первой линии стоят, они реагируют и опровергают. Ну вот, что касается какого-то российского вмешательства, до Франции пока это не дошло. Андрей, вот СМИ пишут о том, что власти Италии, еще одной страны с плачевной ситуацией, всерьез обеспокоены тем, что на юге вырастает преступность и уличные грабежи. И вот эта вот социальная напряженность, если она будет долго продолжаться, может там чуть ли не до голодных бунтов довести. Есть ли такая проблема во Франции на сегодняшний день? Ну, пока итальянского опыта у нас нету, к счастью, наверное, потому что когда говорите об Италии, юге Италии, такие города, как Палермо, который один из самых бедных в Европе, да, во Франции все-таки с самого начала карантина были приняты очень, скажем так, позитивные меры со стороны властей. То есть, да, сейчас порядка 4 миллионов зарегистрированы на временной безработице на бирже труда, но тем не менее зарплаты выплачиваются, предпринимателей поддерживают, особенно малый бизнес, который больше всего страдает от пандемии от карантинных мер. То есть такого, как в Италии, нет. Но есть другие проблемы, о которых стоит тоже, наверное, отметить. Первое – это вот как раз-таки вопрос, наверное, вы видели в социальных сетях, есть много видео, где каждый вечер, не только во Франции, в 8 вечера выходят люди на балконы к окнам и аплодируют медикам. И вот последние недели все больше и больше становится, появляются сообщения о том, что медики страдают как раз-таки от каких-то угроз, нападений, пока не физических. Ну, речь идет о вербальных, то есть медсестры с больниц возвращаются домой и находят в почтовых ящиках записки с угрозами, то есть с призывами вплоть от того, чтобы не парковали машину возле дома, вплоть до переезда на время пандемии. То есть власти реагируют, вот даже сегодня в одном из парижских госпиталей некоторые медработники домой сопровождаются охранниками. То есть это одна проблема. И вторая проблема, о которой мало говорят СМИ, это проблема как раз-таки насилия в семье. Потому что мы оказались запертыми, скажем так, 24/7 дома. И вот цифра за последние 2 недели как раз-таки заявлений о насилии в семье, это касается не только взрослых, это касается также насилия в адрес в сторону детей, эта цифра просто увеличилась в разы.
Ну да, здесь мы, наверное, можем говорить о психологии людей, которая свойственна всем, вне зависимости от национальности, потому что действительно в каждой стране сейчас растет домашнее насилие. А вот если, Андрей, посмотреть с высоты сегодняшнего дня, то в чем, на ваш взгляд, причина того, что во Франции одна из самых тяжелых ситуаций в Европе, и какие ошибки правительство на первых этапах допускало? Знаете, причин может быть много. Пока мы видим, что Франция так или иначе повторяет вот итальянскую эту кривую с опозданием там в неделю 10 дней. То есть очевидно, что карантин, который не был введен сразу, об этом к этому призывали властей, что прошел первый тур муниципальных выборов и так далее. То есть критики много, да? То есть, но сейчас в обществе все-таки мнение о том, что для начала нужно пережить пандемию, закончить карантин, выйти из карантина, потому что период выхода из карантина также не произойдет в один день. Это растянется на несколько недель, может быть, даже месяцев. То есть пока виновных искать, наверное, рано, потому что мы еще находимся внутри кризиса. Но, тем не менее, я могу сказать, что коллектив медиков, один из коллективов медиков уже подали жалобу против премьер-министра страны и бывшего министра здравоохранения. Как раз-таки по вопросу вот к кризису, к которому Франция во многих вопросах не была готова. Это в частности касается средств защиты, масок, количества тестов. То есть мы видим, что ситуация развивается, и каждый день заявление властей меняется, потому что еще 3-4 недели назад предыдущая министр здравоохранения говорила, что, в принципе, нам не грозит пандемия, эпидемия коронавируса во Франции. Ну, вот 4 недели прошло, мы видим цифры. Андрей, последний вопрос. Вы также ведете блог в телеграм-канале у себя, который созвучен с названием нашей передачи. Он у вас называется «На карантине. Беларусь во Франции». Там вы рассказываете о своем карантине для жителей Беларуси и пытаетесь достучаться, насколько это на самом деле серьезная угроза. Действительно, ситуация в Беларуси приковывает внимание, в том числе и официальные Литвы. Вот на днях выражали свою обеспокоенность и президент Гитанас Науседа, и министр иностранных дел Линас Линкявичус. Однако вот вчера в ряде СМИ появилась информация, что Беларусь попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом. То есть мы можем говорить о том, что до Лукашенко наконец-то дошло, что это действительно угроза? Беларусь попросила, и Лукашенко попросил две разные вещи. И Беларусь получит помощь не только от России, потенциальную помощь, потому что Россия пока не ответила, но также от Евросоюза в рамках программы «Восточного партнерства». Да, но только стоит, когда мы смотрим на заявление президента страны, потому что все-таки ни для кого не секрет, что президент у власти 26 лет и много вопросов к его легитимности, но за последние дни, недели его заявления просто шокируют не только жителей Беларуси, но и вообще всю цивилизованную Европу. То есть вот эта вот манипуляция и отсутствие каких-то действий, принятия мер действительно вызывает угрозу, потому что Минздрав полностью отказывается ежедневно, как это происходит в той же Литве, во Франции, давать статистику. Когда вот было недавнее заявление, статистика не точна, то есть от до вот, примерно 150-200 у нас случаев. То есть когда у нас уже был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, актер, заслуженный артист в Беларуси, комментарий Лукашенко по этой ситуации был следующий, то есть он сам виноват. То есть мы видим, что власть не меняется, и вот как раз-таки отсутствие этих мер, введение карантина, каких-то действительно отмена занятий в университетах, в школах могут вызвать серьезную угрозу. И просто вот многие сейчас сравнивают ситуацию с Чернобылем в 80-х, когда власти советские скрывали, и не все сразу узнали. Я сравниваю, например, с эпидемией ВИЧ-СПИД, потому что я как раз-таки родом из города, где эта проблема затронула город по максимуму в Европе. То есть такая столица СПИД-эпидемии. И вот в тех 90-х годах люди также умирали не от СПИД, они умирали от пневмонии, они умирали от каких-то других болезней. И вот сама причина, вот последняя стадия ВИЧ-СПИД, никогда не писалась в свидетельствах о смерти. То же самое в Беларуси может произойти сейчас с коронавирусом, и мы это уже видим. В случае этого актера, например, свидетельство о смерти написано «причина пневмония».
Андрей, спасибо за участие в нашей передаче. Вам желаю здоровья, а Франции скорейшего преодоления этого кризиса. Это был журналист и режиссер Андрей Войтович. В Нидерландах ситуация отличается от Франции как по цифрам заболеваемости и смертности, так и по условиям самого карантина. По последним данным, в стране 13 614 зараженных, из которых почти 1200 смертельных случаев. При этом карантинные мероприятия продлены до 28 апреля, а премьер-министр Марк Рютте ранее заявлял, что их выбор – не полное закрытие страны, а максимальный контроль над распространением вируса. Сейчас мы связываемся с Гаагой, и к разговору подключается студент Вейденского университета Авик Асрарион. Добрый день, Авик. Здравствуйте. Авик, вы наверняка слышали предыдущего гостя, Андрея из Парижа, который обрисовал ситуацию у них. Вот расскажите, какая ситуация у вас, схожа ли она с французской, или у вас есть какие-то кардинальные отличия? Ну, я-то услышал разговор из Франции, как бы, а у нас все по-другому, потому что это во Франции кажется, что вся страна закрыта, и можно только это выходить по какой-то бумажке. У нас такого пока что нет, и Голландия даже с первых дней выбрала внедрить разумный карантин. Это называется, что государство всех просит, чтобы оставались дома как можно дольше, но если им нужно куда-то выйти, что-то сделать, побегать в парке или, да, может быть, с семьей просто походить на улице и держать дистанцию 1,5 метра от других людей, то это без проблем можно сделать. И почему-то государства Голландии и Нидерландов, они никак как бы это не хотят закрыть страну полностью. Они ссылаются на то, что это как бы свобода их, это демократия, которую они уже столько лет добивались, и вот всего этого, и не хотят закрывать никого как бы на замок, и они хотят, чтобы люди сами понимали и были ответственны, чтобы работали с государством, чтобы слушались государства, и чтобы государство их не заставляло сидеть дома и запереть их на замок. Ну вот мы уже сказали, что премьер-министр Марк Рютте заявлял о том, что закрытие страны – это не выбор Нидерландов. Означает ли это, что границы страны открыты? И вообще, разрешено ли перемещение между городами и перемещение внутри городов на общественном транспорте? Да, как бы это значит, что границы до сих пор открыты. Как бы это люди могут как бы приехать из Бельгии, из Германии. С Германией еще более лучше, потому что там границы никогда ее не закрывали. Там, думаю, какие-то контрольные пункты есть, когда там могут спросить, почему они едут в Нидерланды. Но с Бельгией чуть-чуть у них посложнее, потому что это бельгийцы как бы надеются на то, что в Голландии смягченные карантинные законы, и они могут приехать в Нидерланды, чтобы там закупиться там в каких-то уличных маркетах. Но вот там уже есть ограничения, и голландцы пытаются как-то препятствовать этому, и только это разрешать тем людям, у которых есть какие-то причины, это, может быть, навестить семью или это там престарелых родителей или это какого-нибудь других. А по стране как бы все это размещаются нормально, там и трамваи, автобусы, и поезда, и все работает, потому что Голландия, она маленькая страна, и люди могут жить в Гааге и работать в Амстердаме. А работу никто не отменял, как бы, если человек работает в каких-то местах, где нужно это физически присутствовать, они должны до сих пор ехать из-за этого, как бы поезда, все работает, и все по-прежнему, график как бы уменьшен, но, в общем-то, это все до сих пор работает, как и было раньше. Вот одна из проблем основных, которые не позволяют выявить точное количество заболевших, и многие страны с этой проблемой столкнулись, это тесты, которых не хватает на всех. Как у вас с этим состоит дело? Может ли каждый желающий пройти тест? Ну да, вот это проблематично, потому что в Голландии само государство даже признает, что может быть на 5 раз больше для зараженных людей.
но из-за того, что в Голландии интенсивно не тестируется, мы не можем знать реальное число заболевших. Они приняли такое решение, что они не будут интенсивно людей тестировать. Если у кого-то есть симптомы, они могут позвонить с моему домашнему врачу и спросить, и оставаться дома, и им врач скажет, что оставайтесь дома, и даже не протестируют. Тестируют только тех людей, у которых реально это критическое или сложное положение, или у тех людей, у кого важная работа. Вот этих людей тестируют, и вчера еще решили, что будут тоже медперсонал теперь тестировать, потому что у них больше тестов появилось, и они будут потихоньку как бы вот этих людей на важных работах тестировать. А так, чтобы это любому человеку пройти тест, это невозможно. Если даже я захочу пройти тест, или если у меня какие-то симптомы, я могу позвонить своему домашнему врачу, и они мне просто скажут, чтобы сидеть дома, никуда не выходить, и проконсультируют, что делать, но тестировать не будут. Из-за этого есть информация, что есть люди, которые дома умерли от этой болезни, но из-за того, что они не были тестированы этим, и это не включается потом в общую статистику, из-за этого я думаю, что количество зараженных и умерших больше, чем официальная статистика. А ведь студенты обычно отличаются сильной социальной активностью. Вот в этих условиях как студенчество на вашем примере, на примере ваших сокурсников, приспосабливается к жизни в новых условиях, когда приходится в основном сидеть дома? Ну да, это правильно, как бы всем трудно. Я общаюсь со своими однокурсниками и друзьями, как бы у нас видеозвонки постоянно, мы поддерживаем друг друга, потому что университет никто не отменял, и мы до сих пор учимся, у нас до сих пор задания, все это нужно сидеть дома и делать без какой-либо социальной активности. И это реально трудно, и труднее еще тем студентам международным, которые оказались в ситуации, когда они застряли в чужой стране для них и не могут видеться с родными, с близкими. И когда еще нужно сидеть дома, проводить этот карантин, этот кризис одному, и есть другая точка этого мнения, что студентам еще более труднее, потому что наша молодежь до сих пор такие кризисы огромные не чувствовала. Это такой первый кризис, когда мы уже старше, постарше уже это... у нас проходим через этот кризис, и довольно-таки это сложновато. Ну вот вы как раз говорили, что вы между собой созваниваетесь. Вот в условиях коронавируса стало очень модно проводить различные онлайн вечеринки через Skype, через Zoom. Люди созваниваются, каждый сидит у себя дома, выпивает понемногу и общаются. Вы тоже это практикуете? Или, может быть, там среди студентов в Нидерландах есть какие-то более экзотичные формы проведения досуга? Мы общаемся через видеозвонки, и с некоторыми друзьями, да, конечно же, мы по вечерам созваниваемся и спрашиваем, как прошел день, и можем просто каждый взять по бокалу вина и попить, и сидеть, разговаривать там час и спрашивать про все вот это. А про остальное, видеовечеринки, я пока что ничего не знаю. Я знаю, что это была какая-то вечеринка в городе Дельфте. Студенты, несмотря на режим карантина, всего этого собрались и проводили массовую вечеринку, а их задержали И пока что онлайн-вечеринок не было, физических было, а онлайн нет. Ну, вот так вот, как эти студенты, мы ни в коем случае делать не советуем. Расскажите еще об одной проблеме, с которыми наверняка столкнулись студенты. Многие же обычно во время учебы еще и подрабатывают, и, как правило, это сфера услуг, официанты, бармены. Сейчас весь этот бизнес фактически приостановлен. Как с работой и за счет чего живут студенты, особенно которые приезжают из других городов или из других стран? Да, это очень проблематично, потому что, да, студенты, они зарабатывали и как-то могли покрыть какие-то маленькие расходы свои во время учебы,
И сейчас, да, трудновато, потому что все закрылось, и все студенты, у них контракты нулевые, как бы на 0 часов в контракте. Это значит, что не работая, вы не получите ни копейки. Из-за этого, как бы, да, международные студенты, другие студенты из других городов, да, довольно-таки, может быть, в трудной ситуации, да, но если это смотреть на голландских студентов, они каждый из государств получает деньги во время образования, так что для них как бы никакой проблемы это не сделает, потому что это, они как бы обеспечены этим, они будут продолжать получать деньги от государства как студенты. Но да, международным студентам немного труднее, и я думаю, нужно ждать, потому что я сам как бы это работал, подрабатывал в компании, да. Компания, которая занимается экспортами, это документация экспортов. И сейчас у меня тоже работы нет, я дома сижу, как бы, и я, да, может быть, через пару месяцев будет такая вынужденность, чтобы уже начать работать, что-то находить, потому что просто сидеть дома и не зарабатывать вот эти деньги, которые зарабатывались раньше, это будет трудно как бы себя обеспечивать полностью. Вот сам процесс онлайн-обучения, он нормально налажен? Просто вот, например, в Литве, если говорить о школьном, не о студенческом, а о школьном образовании, то столкнулись с большой проблемой, что системы не выдерживают такой нагрузки. Вы лично не сталкивались с чем-то подобным? Как бы, если говорить о средней школе, как бы, да, в новостях в Голландии каждый день об этом и говорят, потому что это дети, им все труднее, потому что им нужно сконцентрироваться, им нужен постоянно человек, который с ними будет заниматься, им будет помогать и будет с ними, их мотивировать что-то делать. А студенты, мы более как бы взрослые, и мы должны как бы сами уже все это понимать и все это делать. Да, система образования хорошо как бы в университетах налажена, это онлайн-образование, по крайней мере, в моем университете, Лейденском университете, у нас все отлично, все хорошо работает, система онлайн, мы это все получаем, у нас там уроки с учителями, мы разговариваем, там обсуждаем и презентации проводим, все как бы онлайн. Да, здесь есть трудности, да, здесь есть тот фактор, что то, что мы сейчас делаем, может быть, не самая лучшая наша работа, то, что мы пишем, то, что мы читаем или презентации проводим, потому что просто сидеть дома в самоизоляции и без никакой мотивации что-то делать, да, конечно, это повлияет на качество нашей работы и на качество образования полностью, но мы все понимаем в это время, что это не онлайн-образование, это просто такой элемент, чтобы закрыть этот семестр и закончить вовремя. Из-за этого как бы учителя, даже и университет сами, это они твердят, что они не пытаются нам давать онлайн-образование, ни в коем случае. Это просто вынужденные меры, чтобы это студенты могли это вовремя закончить свой семестр. Авик, вот вы родом из Таджикистана. Скажите, когда вот возникла эта угроза пандемии, вы не попробовали поехать себе на родину? Не приходила вам такая мысль? Нет, к сожалению, как бы не приходило, потому что я понимаю, что да, лететь и обратно ехать лететь в Таджикистан, это очень много времени занимает, и нужно через посадки всякие страны вылетать. И из-за того, что это кризис и вот этот карантин очень стремительно это развивался, там уже вообще времени для думания не было, потому что Таджикистан закрыл свои границы очень скоро, они сообщили это за день до того, как они все границы закрыли, и уже не было таких вариантов уехать домой, и даже таджикские иммигранты, которые работают в России, которые хотели вернуться обратно, сейчас по новостям уже показывают, что они все застряли в разных аэропортах и не могут вылететь на родину, так что из-за вот этих всяких проблем и то, что я думаю, что мне лучше здесь, потому что и медицина, и все остальное здесь лучше, и страховка есть как бы в любом случае, и я думаю, что здесь помогут больше, чем оказываясь на родине и застрять две недели в карантине, не знаю где, в каких условиях, и вероятность того, что заболеть на карантине, как бы на родине, больше, чем сидеть дома здесь, и если даже заболеть, можно как бы всегда обращаться к врачам и
Я доверяю как бы голландским врачам и да, думаю. Алекс, да, спасибо. У нас просто уже время заканчивается. Я также желаю вам здоровья и поскорее приступить к обычным форматам обучения. И надеюсь, что карантин не скажется негативным образом на студентах. Это был студент Лейденского университета Авик Асрарион. Мы беседовали с нашими гостями о ситуации с коронавирусом во Франции и Нидерландах. Это была программа «На карантине». С вами в студии был Дмитрий Семенов. Оставайтесь дома, оставайтесь в Дельфи и будьте здоровы.